Парни! Александр Васильевич в зале! Улыбается. Ну а пока улыбается, начинаем! Здравствуйте, друзья! На сцене Рязанское десантное училище. Люди, которые могут уронить Запад не только в песне. Я роняю Запад, Так, вы что здесь устроили? Знакомьтесь, это Руслан. Здрасте. Человек, который на прыжках с парашютом приземляется чуть-чуть раньше остальных. Ты чё вышел? Да потому что я единственный КВНщик, который может поговорить с Александром Васильевичем с глазу на глаз. Уважаемый Александр Васильевич, каждый год из российских вузов из-за КВНа отчисляют около 2000 студентов. Так вот, от лица всей российской армии спасибо вам большое! А если серьезно, Александр Васильевич, вот десантники играют в доме КВН, а КВНщики высшей лиги в театре российской армии. В общем, в наших планах на этот сезон поставить все на свои места. Друзья, сегодня поистине уникальный день. Сегодня вы можете поржать над десантниками, и вам за это ничего не будет. Каждый знает, что десант славится везде. В небе, в самолете, в огне или в воде. А сегодня этот день запомнится нам всем. Мы прославим ВДВ еще и КВН. А для начала представьте, десантник сомелье. Ну, что я могу сказать? Это однозначно Саратовский стекольный завод. Приблизительно... Десантник перед марш-броском в полной боевой выкладке. Это я раньше почему такой злой был? Потому что у меня... Велосипеда не было. А теперь еще и велосипед. Друзья, в прошлом году московский «Спартак» стал чемпионом, но мало кто знает, что главной причиной успеха является не итальянский тренер, а его переводчик из ВДВ. Компанерес, questo jugando mal, producido por favor al brejo de radio. Все понятно. А недавно КВНщики играли в «Что, где, когда». Мы умные люди и тоже имеем на это право. Итак, представьте, десантники играют в «Что, где, когда». Добрый вечер, уважаемые телезрители. В Москве 23 часа 1 минута. И сегодня в нескучном саду за право разбить об голову хрустальную сову сразится команда Рязанского десантного училища. Еду в Магадан. Амин, а ты чего вышел? Я просто посижу, помолчу, мешать не буду. Простите? А чё, кривение так можно делать, а мне нельзя? Внимание! Чёрный ящик. Внимание, вопрос. В черном ящике то, что зимой надевается на руки. Может быть, это чулки пацаны. Какие-то, я не знаю, шерстяное, что пацаны! Парня. Да блин! Я не знаю. Пацаны!
Ну, думаем. Мне кажется, нужно ответить куртка. Время. Куртка. Наш ответ — часы. Ну вот что я им скажу? Да, это часы. 1-0 в пользу знатоков. Друзья, а нам, как никому другому, известно, что в последнее время НАТО расширяет свои границы. Мы не будем решать этот вопрос грубой физической силой. Мы представляем вашему вниманию оптимистическую постановку, посвященную расширению НАТО на восток. Ну не надо в Россию вам лезть, расширять то, что жалость когда-то против нас. Даже санкции есть, не пора затаиться, ребята. А на границе НАТО вдруг бяк-бяк-бяк-бяк. Тут же к ним десантники, прыг-прыг-прыг-прыг. И натовских голубчиков, шляк-шляк-шляк-шляк. Ням-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. Друзья, ну и в завершение я бы хотел обратиться к своей девушке. Дорогая, однажды ты спросишь меня, кого я люблю больше, тебя или ВДВ? А я возьму и поцелую тебя. Ты спросишь, за что? А я отвечу, за ВДВ. А с вами была команда КВН прославленного десантного училища. Любите нас, ведь мы этого заслуживаем. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет, где нас нет. Море и рубиновый закат, где нас нет. Есть как молоки, то выбросят.